через 1000 портал случайно. Я скучала по беспределу со дня исчезновения твоего дедушки. Витязь, мы вернем тебя домой. Это моя бабушка, и она ученый. Ведьма, что ли? Еще какая ведьма. У них там черная магия и мужик с мечом. Я тебя просил похитить мою дочь. Где она? Пап, может, хватит на меня охотиться мешать? Я уже взрослая, я участвую в большом конкурсе. Тупой конкурс. Вообще-то не тупой, там можно выиграть миллион и грант на обучение. Нехило. Начали. Я снимаю кино для большой перемены. Чего? Ну, ты один такой талант. Знаешь, кем вырастают дети из неполноценной семьи? Ну, прекратите немедленно. Бегущий по лезвию меча. С целью 2.17, кадр 3, дубль 6. Сказка приближается к своей кульминации. Василиса, определи точку сквозняка. Тут ребята разворошили портал, и походу грядет экологическая катастрофа. Мы ведь окружены тут дремучим лесом. Что вы делаете? Это чары мои, лесные, дань славушка. Ты бежала, лиса, с лисача. Вашему мнению мог украсть звонок. Он создал антидот на антидот. Сказка приближается.